оседлал слона и превратил солдат армии короля в фарш. На этого я не делал даже. Все то, что я говорил когда-то про них. Теперь я хочу слона. Эта громадина поднимала солдат хоботом и швыряла, как тряпичных кукол. Как же это было круто! Что-то я весь на эмоциях, но реально... Все, когда я оседлал слона, это было то, что он на моих на минах подорвался, и все. На крепости. Уже замунали. Это не там, где я да. Привет. Откуда они здесь, кстати? Что с тобой? Думаешь, это легко? Быть первой женщиной Золотого Пути. Стремиться к переменам. Постоянно слыша за спиной, что ты нарушаешь тысячелетние традиции. Я настоящий воин. Я буду защищать Кират любой ценой. Я настоящий воин, сидит на жопе, блядь. Аджай, ты же умный. Скажи, может, это не мое? Нет, это не твое. Последователи Сабала, их столько. Это они слепы или... Или я чего-то... Не понимаю. Понимаешь, консерватизм тоже нужен. Нет, отступают лишь слабаки. Слушай, помнишь чайную плантацию? Тот урожай отправили на старый кирпичный завод. Сабал приказал уничтожить все подчистую. Хочешь захватить груз? Именно. Мы думаем о будущем, а этот осел застрял в прошлом. Со мной вперед, с ним назад. Я надеюсь, ты сделаешь правильный выбор. Уеду из страны? Ну, то есть, ну, это самый лучший выбор. Уехать из этой ебаной страны. Почему здесь враг? Ну, сука. О-о-о. Кажись, придется без гранатомета жить. Сабал. Амита все рассказала про фабрику. Что и тебе она плакалась? Рассказывала, как тяжело быть первой женщиной Золотого Пути? Устал я от нее. Надеюсь, ты не купился, брат? Героин. Увезите меня из этой страны. Сам знаешь. Героин, да. Убей людей, а опиум нет. И взорви фабрику. Делов-то. Опиум это довольно-таки хорошая, наверное. Анестетик. Нет, успокаивай. О боже, я забыл, что он. Обезболивающего, вроде бы. Правда, если перед... Вот. Что это? Используй эти заряды внутри. Да мне ехать, лететь. Давай, показывай. Я ничего не нажимал. Тот, кто солдат со стоянки выбил. Он просто вылез сам, самолично.
прицел бы у нее поменять. Было бы вообще отлично. Ну, это же уникальное оружие, их нельзя менять, да. Что ты придешь? Мы принесли взрывчатку. Бери сколько надо и иди наверх к Хавильдару. Это еще что? Бесполезность. Просто бесполезно. Не, конечно, и в третьей было бесполезно. Там хотя бы их было много и что-то интересное ты, попадалось. Хавильдар, сержант, как угодно. Для меня это честь, сын Махана. Видишь ту трубу? Оборви тросы и обрушь ее. Труба пробьет дыру, и ты сможешь попасть на завод. Но как? В этом все закончено. Я бы приберег крючок для самой. Бросить оружие! Прикрой! Скорее! Слон, давай, мочи их всех! Давай, ты мой друг. Мой славный друг. Просто там. Разве один может удержать такой груз? Ну. Последний трос. Теперь можно обрушить трубу.
Теперь иди внутрь и взорви завод. Мы задержим этих ублюдков. Стреляйте! Не сдаваться! Держать позиции! Стой на месте! Проклятый ублюдок! Бежим! Вижу Дейва! Внимание! Что-то изи как-то. И зачем так рисковать? Нур же могла его раскрыть. Сабал, с фабрикой покончено. Это прекрасно. Мы сбились с пути, но ты исполнил волю Киры для ее народа. Да-да-да-да. Мы очистились и воссоединились с землей. Ты указал нам верный путь, сын Махана. Уиллис это который... Даже этот... Из третьего ФБР выяснят? Как кто он там? ФБР? Кровавый палач Пейгана мёртв. Он отправился в ад. Отправил его туда мой новый герой. Азайгейл. Который, кстати, будет использовать хорош с собой. Мне не стыдно это признать. Он красивее, чем Джон Абрахам. И даже чем сам король Болливуда. Азайгейл супергерой. Джон Абрахам, вау. Они прям прошерстили, кто у них в Индии там актер хороший. Ну, правда, Джон Абрахам не так хороший актер. А кстати, кто король сейчас индийского? Шахруш? Ведь Шахрух? Или как там Шахруш? Шахрух? Или Салман все-таки? Салман или Шахруш? Шахрух. Боже, как он там Шахрух? Шахрух Кхан. Хотя мне нравился больше Ритик всегда. Ритик Рощин. Опять Орёль напал. Орёль прям, Орёль борзый какой-то. Прям и чёрный экран. Чем ты думала, идиотка? Так мог поступить только Пейган. Пейган? Да я думаю только о Керате. Делаю все, чтобы наш народ снова возродился. Подумай о предках, культуре, об обычаях. Обычаях? Каких? Женить детей, например. Бхатри, ты уготовил ту же участь? О, отлично! Покажи Аджаю, какой ты на самом деле. Ты для меня никто. Черед Нур. Да, согласна. Ее заставили. Пейган не дал ей выбора, грозил убить семью. А сколько семей погубила она сама? Ей нет оправдания. Нур заплатит, так же, как другие. Я сам решу судьбу Нур. Во, нормально, наконец-то у него хоть что-то появилось.
Боже, да физика меча хуже. А, нет, нормально. А уже хотел сказать, хуже, чем в CS 1.6. Да, мне надо. Можно? Да, можно. Спасибо. Просто спасибо. Ну, что у нас тут? Где я вообще? Здесь вообще было место такое, что ли? Бесполезность. Вижу, он. Да. Так, я точно не войду. Так, применим план Б. У нас тут наркоманов никогда не было. Бахджи. Ну, друг сказал, что тебя убьют. Но я все равно сделал ставку. Спасибо. Кахиле пони ман парин. Висасе лак дена, мэлэ амалай иску бари мукун дэн. Мой брат торчит. Хотел вступить в золотой путь, его не взяли. И не возьмут. Его даже жена выгнала. Очень полезная информация. Ну, что сказать, туплю. Даже не знаю, что делать. То есть я знаю, я там заметил, но... А, во. Вам всем пофиг. Да, там. Не важно, что ли, мужик может залезть куда-то. Это для них бесплатное шоу. Готов!
Привет. У меня нет пистолета. Где мои родные? Мне жаль, но... Нет! Мне жаль. Прости. Пейган убил их. Уже давно. Мне ни к чему жалость. Мне нужна моя семья. Мне жаль. Но теперь ты свободна. Да. Свободна. От призраков убитых. От всего, что сделала. Я приучила их ко вкусу крови. Твоей. Моей. Вы же этого хотите? Больше крови! Вот! Подавитесь! Подавитесь вы, паскудное зверье! Свобода. И упоет. Та 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 та. Нет, прыжок вверх у нее не получилось. А вот все потому, что нету сена. Сабал, готово. Нур мертва. Уверен, демон Ялунг уготовил ей особую участь. Ты поступил правильно. Юг, наконец, принадлежит нам. И народ вновь обрел веру. Хотя урок извлекли не все. То есть, пока я не пройду... Уиллиса? А мне не дадут ничего сделать? Ок. Извиняюсь. Ты вернулся не как за добавкой? Да, да. У нас тут такой годный пакован нарисовался. Что за тема? Hot Rocks. Да. Яйца себе прожжешь и не заметишь. Что прожгу? А черт! Даже вставить не успел. А, наверное, невосприимчив стал. В следующий раз просто положим чуть больше, сам знаешь чего. Да вы козлы. What the fuck? Опять коварш. Ок.
Ты вносишь его первый проход сам джунгли духовного пробуждения. Замок Кавки, как мы его называем, возведет крепость вокруг твоего разума, даруя свободу от неврологических стимулов. Все сковывает наша возможность. Юги подсказывает, что сегодня все будет в порядке, но завтра тебе может стать нехорошо. Мы снова забрали твой барахло, это часть эксперимента. В конце получишься обратно недвиг. Окей. О, тут хотя бы медведи кругом нет. Опять это кто я ради чего живут в этом мире? Йоги. Реджи, это вы? О, черт! Чем они меня накачали? Хорошо. Не очень-то хорошо, я бы сказал. Что наш, он нам шивая-шивая. Он пришел издалека, ему нужны. Ну, конечно. Эй, эй, он наверху! Судья! Убить его! Так. Я тебя не трогал, ты да вы посмотрите, что это? Дай машину. Твою мать, это третья тачка за неделю. Делал.
Я тут такое видел. Кто-то из наших оседлал слона и превратил солдат армии Карасия. Вернулся в Керат, чтобы исполнить ее, как говорится, волю. Ты кто? Узнаешь, если поможешь мне без проблем посадить самолет. Чего бы мне напрягаться? Малый, ты там не устал задавать тупые вопросы? Мы же вроде воюем. Если поможешь, организуем мини-вендетту в стране, где тебя никто не любит. И это, тебе тут письмецо. Эй! Ты где там? А, блин. Эй, Баткамис! Так, надо выпить. А, боже, теперь ехать снова. Боже мой, а? Почему нельзя сразу сказать место его остановки? Покажу пример своим детям. И поэтому ты в армии. Теперь ясно. Вот когда мне надо бы было залезть с помощью кошки, ее нет, конечно же. Конечно. Последнего не вижу. А, его тревожить нельзя было. Я на месте. Так, я при облете запалил пару снайперов. Зовите ими. Ты ж помнишь, брак у нас один на двоих. Чем меньше у Пейгана людей, тем легче Золотому пути будет захватить аэропорт. Ага. Ладно. Не, это я понял, да. Это я наложил, я здесь. Здесь прям согласен, здесь нет никакой тупости. Я на месте. Это я просто слил. Так, я при облете запалил пару снайперов.
Да я последнего найти не могу. Вот в чем проблема. А, вон. Все, можно садиться, о снайперах я позаботился. Отлично! Иду на посадку. Давай на вышку. Как будешь там, свяжись со мной. На ту вышку? Сука. Не свистю тебе, я поклянь. Оп. Броник. Броник это хорошо. Вот я всегда удивляюсь, как они так приседают. Конечно, они, наверное, ложатся, но... Блин, как бы приседаешь для этого. Как-то мне не нравится то, что с вот этой стороны надо выходить. Точнее, вот отсюда. Чё-то попахивает. А вертолёт я могу управлять? Это называется, нам хватило только на маленький вертолет. Но если вы хотите, можете, конечно, попытаться там, да, ну мы французы, у нас там, знаете, 33 тысячи человек, да, там. Я на месте. Да, нам насрать. На всякий случай. Заскочу к ребятам на пару слов, а там встретимся. Если они заортачатся, я подам сигнал. Какой сигнал? Услышишь рейгономика? Пали без разбору, пока всех не перебьешь. Рейгономика? Понял. То есть мне дали нормально. Останусь там в связи, но тихо. Помехи мне не нужны. Этот парень, он немного нервный. Ясно? А я не знаю, у меня опять баг. Я просто игры Ubisoft представляют. Прикрой баги. На всякий случай. Далекие баги 4. Хотя в третьей не так много багов было, но... Какой сигнал? 4. Услышишь рейгономика? Вали без разбору, пока всех не перебьешь. Рейгономика? Понял. Отдай мне эту оружку. Пис. Я останусь на связи, но тихо. Помехи мне не нужны. Этот парень, он немного нервный. Ясно? Ясно. Ладно, поехали. Я хочу. Ну, дай. Вот все прибьет, как вы и просили. Новый план. Не понял? Новый план. Юма велела доставить тебя к ней. Вы шутите? Нет, мы же договорились. Ничего не знаю и знать не хочу. Ты пойдешь со мной к Юме. Давайте это как-то решим, ладно? Все, нечего здесь больше решать. В моей стране уговор есть уговор. Его нельзя нарушать. Долларом клянусь. С меня довольно. Ты слышал про рейгономику? Это взвешенная монетарная политика укрепит... Ищите! Проснись! Меня тут стреляют! Лакей, парни, приближаются с севера! Граната! Никого не вижу. Прикрыть, значит прикрыть меня!
кого его прикрывать-то? Я никого не вижу. Боится-то. Ух, жарко! Словно снова в Ираке очутился. Станешь дохи! Ну, зашибись! Вертолет! Ау! Последний, кстати. РПТ! Молодцом, молокосос! Похоже, наш табанты привлек внимание. Так, что-то дождь крепчает, поищу-ка укрытие. И ты давай, дурака, не валяй. Вынеси этот минометный расчет из всех там, кто жаждет мстить за павших товарищей. Понял? Супер! Мин хочет твоей смерти. Жду тревогу. Вон он, наверху. Прикрой. Где миномет-то? Отдай! Это отдай! Ты предал меня! Что-то с твоей стороны... Что-то с твоей стороны не слышно взрывов и выстрелов. Кажется, вокруг тебя чисто. Ищи меня на складе. Хоть повидаемся, наконец. За 25 лет я так и не понял, от чего этот запах. От мусора или от гниющих надежд? Какой еще запах? Избавляемся от маскировки. Так, и кто ты такой? Как так? Вроде американец, а пользы как от зонта в ливень. Не чета прошлому напарничку, которому постоянно подгузники менять приходилось. Хотя сходство есть. От патриотизма вас обоих распирает. Того и гляди, яблочный пирог через поры полезет. От зонта в ливень? Я из Лэнгли, агент Уиллис Хантли. Лэнгли, ЦРУшник. Информация о том, кто убил твоего отца, подшита где? И где оно? На том слетающем самолете. Вот блин! Держи, может пригодиться. Ой, вообще не напоминает GTA San Andreas. Ой. Прям вообще не напоминает GTA San Andreas. Ну что, вперед?
все, нам дал бесплатный костюм крылого. Да. Раз обучаю туда. Норм. Обычный мужик пришел прах развить, а тут он может просто просчитать, через сколько, в каком, с какой скоростью он будет, с какой скоростью он едет, догадаться, летит, просчитать, когда, где окажется дверь, кинуть гранату, и чтобы эта граната под силой ветра попала именно в кабину. Я так понимаю, тебя. Да, и тут ни хрена нет. Это очень сложно объяснить, короче. Ну, то есть это очень сложно в сути. То есть, в сути, ты должен рассчитать силу ветра, чтобы граната попала. Его скорость, чтобы узнать, что на каком месте будет кабина открытая. Я думал, вы тут спецы по партизанским войнам. Мы? Золотой путь все делает не так. Я покажу им, как воевать. Шаг первый, сдать аэропорт. Шаг второй. Ну, они, в общем-то, сделали второй пункт. Это ты. Как будешь готов, заходи. Так. Ах, да, и не говори Золотому пути о нашей сделке. Им это знать незачем, поверь. А теперь извини, мне нужно идти. Дела зовут. Охренеть, тупо сраная яма?